В картинной галерее открылась выставка «Школа учитель искусства». На ней представлены работы преподавателей кафедры рисунка Института изящных искусств МПГУ. Произведения художников-педагогов уже оценили жители городского округа и Луиза Егиазарян. В этом году кафедре рисунка художественно-графического факультета МПГУ исполнилось 70 лет. Большой юбилей представители вуза решили отметить творчески. Организовали большую выставку работ в городском округе Люберцы. Это далеко не первый совместный проект картинной галереи с преподавателями университета. Каждый год в июле, значит, месяце, с июля по сентябрь, у нас тут проходят выставки работ студентов, выпускных работ студентов. В общем, да, это такой, знаете, большой праздник, потому что мы видим результат нашей работы. Студенты, увидев свою работу в таком большом формате, в общем, они начинают активизировать свои творческие возможности. В общем, они просто получают импульс. Люберцы нам дает возможность, в общем-то, расти творчески, расти, в общем-то, профессионально, поэтому нам, конечно, приятно здесь работать. Но на этот раз в зале картинной галереи работы не студентов, а их наставников. Более 180 произведений различных жанров. Пейзаж, портрет, натюрморт, книжная графика и анималистический рисунок. Это отличная возможность познакомиться с творчеством людей, у которых мы учимся, и какие-то, может быть, идеи перенять. Я пришла со своей группой первого курса. Мы сюда вот все приехали. Очень счастливы, рады пообщаться с преподавателями просто в такой неформальной обстановке, так скажем, узнать, может быть, что-то из их жизни интересного, узнать, как они пришли к своему творческому пути. Работы преподавателей кафедры рисунка экспонируются во многих выставочных залах Москвы и других регионов России. В Люберцах выставка метров изобразительного искусства продлится до 3 ноября. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение.